Мы вот находим рецепт для того, чтобы приготовить какое-то блюдо. А здесь уже то же самое, рецепт внутреннего мира человека. Мы его раскрываем с помощью еды. Продукты дают возможность передать сам смысл картины. То, что я чувствую к человеку, я могу передать с помощью материалов. Черты характера, которые присущи человеку, мы испытываем, как бы это смешно ни звучало, когда едим то или иное или выпиваем. Я рисую сейчас американскую актрису Аманду Сейфрид. Я ее представляю с чашечкой американо. В первую очередь шоколад. Я просто восхищаюсь этой техникой. Он не впитывается в бумагу, а находится на поверхности. Рисовать нужно на голодный желудок. Это даст возможность прочувствовать лучше каждый ингредиент и насладиться еще больше самим процессом создания портрета. Здесь смысл реализации своей задумки через эти недолговечные материалы. То есть видеосъемка, фотосъемка дает возможность сохранить это мгновение. Рисунок в первую очередь передача любви. И если в нас любви нет, то наши рисунки, они просто не имеют глубины. Этот навык восприятия человека глазами любви надо развивать.